Во время пандемии существенно изменилось потребление товаров и услуг. Спрос на одни товары вырос, на другие упал. При этом дополнительный толчок к развитию приобрели дистанционные формы приобретения товаров. Как изменилась торговля, по мнению губкинцев, об этом наш опрос на улицах города. Знаете, да, честно считаю, что изменилось. Я, конечно, не торговый представитель, но мне кажется, что сейчас нашим торговым представителям очень тяжело, мне кажется, на текущий момент, потому что, как вы сами видите, что, например, в кафе мы не можем прийти и посидеть, исключительно ограниченный товар мы берем только с собой. Сугубо для меня, но она, по сути, никак не поменялась. Знаете, мне кажется, цены немножко повысились, а так я не заметила. Я думаю, что не стало хуже, потому что по продуктам вижу, что все нормально. Честно говоря, продукты, вот, которые я обычно покупаю, проблемы нет. Сейчас лето, фрукты, овощи, все есть.